Я думал, там просто дверь, там люди, да, есть? Ну, там дверь. Здесь выход, да? Сыз... Мужчина сыба? Комиссия? Нет, почему член комиссии? Саун, не пойму. Волонтер. А? Волонтер, саун. От какой? Член комиссии всем на месте. Волонтер, просто волонтер. А? Откуда, с какой организации? Бесплатно работаете? Да. Ну, тогда вы же можете сказать, с какой вы организации? Жеке проскумек срок келер. Что, кайдан келдингс? Жеке кумек. Кайдан келдингс? Кым был здесь, сын, да? Сюда выходите. Ну, я хочу знать, кто он. Это его дело, если не хочет открыть. Но он не член комиссии же. Нет, он член комиссии. Да. Ну, да, а там что, чего там такого? Пойдемте. Он же участник процесса тоже. Спасибо. Атын кызым? Атын кызым? Атын? Да. Артур Болот. Фамилия? Неге фамилия сізге? Шо, я хочу знать. Вы работаете с избирателями, правильно? Пациент из Пармасиде? Личное дело, хочет работать, хочет нет. Пойдемте. Нет, как волонтер личное дело, а наблюдатель это не личное дело. Пациент ты спарма? Пациент ты спарма? Волонтер мы даже он с тем был зарать. Барма жоп под тест. А? Канда организация нам волонтер. Ниге? Сой, трум. Жо, айтхан чу мэган айтхан? Зан? Зан, да болса зан чё. Вот, без ПЦРТС, без ничего, волонтёр. Пересменка масса здесь? Да? Да. А почему вы этот выбрали участок как волонтер? Вы здесь где-то рядом живете, получается? Я могу не отвечать на ваш вопрос. Да? Ну, я просто... Вы скажете, что не будете отвечать? Не буду отвечать. Значит, не здесь где-то живете? Ну, вы сдавали, да, ПЦР, точно же? Да. А где, если не секрет? Министерство, ну платно, да, получается? Нет, бесплатно. От организации, да? Да, я от... Бесплатно. Бесплатно от организации, за вас заплатили же. Да? Да. Чё, какая организация, скажите, чё в этом такого? А? Нет, я могу не отвечать. Да. Очень жаль, очень жаль. Пересменка, да, сейчас у вас меняется? А как часто будет меняться?